Привет, друзья! Из этого видео вы узнаете, как нарисовать собаку по клеточкам. Для этого рисунка я взял светло-коричневый, бежевый и черный цвета. Начнем с бежевого. Рисуем 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На том же ряду одну вправо пропускаем и добавляем еще 3. Теперь нарисуем хвост. От крайней клеточки добавляем вот здесь вот 2 клеточки вверх. Вот здесь вот у нас получилось 3 клеточки. Мы от второй клеточки одну вправо пропускаем, рисуем 3. Пропускаем 2 и снова 2. 1, 2. На следующем этапе от вот этой клеточки одну пропускаем вправо и рисуем 7, не пропуская. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше рисуем 4 вправо. 1, 2, 3, 4 от вот этой клеточки. И на следующих этапах на одну клеточку меньше. 1, 2, 3. Здесь было 4. Теперь рисуем 3. Вот здесь вот одну пропускаем слева. Теперь 2. И 1. У вас здесь должна получиться лесенка. Теперь нам нужно нарисовать большое ухо. От вот этой крайней клеточки, от лапы, мы поднимаемся на 3 клеточки вверх, которые пропускаем. А дальше рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И далее еще 2 ряда по 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь берем светло-коричневый цвет. Разукрашиваем. 5 клеточек вот здесь, 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вправо. Дальше следующий этап. Нам нужно нарисовать 3 клеточки вот здесь вот. Снизу и сверху мы пропускаем, рисуем 3 клеточки. И снова 3. От центральной клеточки добавляем еще одну клеточку вправо. И заканчиваем рисунок, нарисовав нос черным цветом. Одну клеточку вот здесь вот черным фломастером.